Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по игре Крип. В этом видео буду выводить монеты на Пайр. Так, прежде чем вывести, я соберу прибыль. У меня 173 золотых монеты. Сейчас соберем прибыль. Там с квеста надо забрать монету будет. И тогда скажу вывод. Значит, 21 монета. Клику собрать доход. Сейчас страничка обновится. Как видим, монета на баланс. Так, теперь иду в квест. Видим, вот у меня как бы есть один плюс 25 золотых монет. Кликаю забрать. Кошелек я заранее открыла. Ну и все. Так, теперь что иду? Кошелек. У меня 219 монет. Здесь вкладочка пополнить. Это 2.20. Ну или как? 2.19. Это пополнить. Это вывести. Выводила я уже, делала абсолютно без вложений. Напоминаю, платит. Я как бы от одной монеты, это 1 цент. И выбираю платежную систему Pair. Кликаю вывести, видим, да? Продолжить. Так, и что у нас здесь? Так, здесь надо прописать монеты. 219 у меня. Так. Я не так прописала Pair. Это, наверное, надо в сумме в долларах. 2.19. Минимальная сумма 10 золотых монет. Что-то я не того сделала. Сейчас я вот это тогда попробую скопировать. Что-то я не знаю. Количество. Вот так. Все верно теперь. 219 видим, да? Я... Вот мои монеты. Так. Продолжить. Вывести. Опс, вы не создаете платеж. А, я платежный пароль не прописала. Так, 219. Продолжить. Вывести.
Успешно. Проверьте ваш кошелек. Значит, вот 7 марта. 219 монет. Идем на Pair. Так, история. Угу. Вот они. 7 марта. 24 год. 2.19. Даже комиссию не сняли. 7 марта. Перевод выполнен. 2.19. 2 доллара 19 центов. И комментарий. Ух ты, Елена, вы вывели с игры Грипс. Грипс. Ну, как-то так. Все шикарная игра платит. Ну, на этом все. Работайте и зарабатывайте на серфинге. Абсолютно напоминаю. Без вложений. Набираете золотые монеты, покупаете персонажа. И тем самым увеличиваете свой доход. Всем удачи, всем пока.